Когда отдых в Японии превратился в настоящий фильм ужасов, наш земляк Аркадий Булгатов уже пятый день находится на борту зараженного коронавирусом судна. Напомню, карантин на корабле объявили 5 февраля. С тех пор количество заболевших среди экипажа выросло до 60. Недавно Аркадий вышел в прямой эфир телеканала «Россия-1» и поделился впечатлениями. Ну что, подходит к концу третий день нашего карантина. Ситуация на корабле в целом спокойная, люди спокойные, то есть, но то, что я вижу со своего балкона, люди танцуют на балконах, кто-то играет в карты, кто-то загорает, кто-то читает книги. По питанию все хорошо, в первые дни были перебои по питанию. Сейчас это все наладилось, загрузили на борт еды, воды. Он рассказал, что обстановка спокойная, паники нет, пассажиров постоянно осматривают медики. Люди должны находиться у себя в каютах, и поэтому каждый развлекается там как может. Тем пассажирам, у кого нет балконов, разрешено выходить на верхнюю часть палубы при наличии маски и одноразовых перчаток. Кормим чаек. Улан-Удэнец также отметил, что ведущие поинтересовались, есть ли возможность сбежать с корабля, на что Аркадий сказал, что это невозможно. Вода вокруг лайнера ледяная, к тому же за ними круглосуточно ведется наблюдение с вертолетов.